Важным в настоящий момент является сохранение покупательской способности денег. Вопросов неопределенности очень много. Если говорить о том, что каким образом сейчас аллоцировать свой капитал, размещать на международных рынках, на американском рынке, то это вопрос дивидендных компаний. Это именно дивидендная политика, дивидендная история, создание долгосрочной прибавочной стоимости позволяет долгосрочно сохранить капитал. Возникали вопросы у вас, и сейчас они по-прежнему есть, как защитить денежные средства от инфляции. Если в двух словах, ребят, вы формируете нормальный, надежный дивидендный портфель с дивидендной доходностью в 2 раза превосходящей инфляцию. То есть на сегодня, если вы справитесь с этой задачей на следующие год, полтора, два, этого более чем достаточно. Не нужно сейчас никаких шортов, не нужно использование левериджа, попытки заработать на падение. Если вы просто сохраните покупательскую способность и встретите падение рынков на 80% в сохранившейся покупательской способности ваших денег, считайте, что вы король. Просто можно сказать, что, ребят, не нужно спешить. То есть в ситуации, когда высокая неопределенность, делать какие-то вещи лучше не стоит, потому что риск потери капитала в этом случае гораздо выше. Да? То есть давайте пусть устаканится. Я не вижу никаких проблем в том, чтобы купить акции и на 5, и на 10, и даже на 15% выше, когда у нас есть понимание, что будет. У нас есть много факторов неопределенности в настоящий момент и со стороны администрации Соединенных Штатов Америки, и по поводу монетарной политики мировых центральных банков, по поводу того, как у нас развивается ситуация с ковидом. То есть сейчас вопрос парковки денег, наличие кэша, наличие в стабильных компаниях, у которых все хорошее здоровье в финансовом плане, у которых есть деньги, у которых высокая маржинальность, у которых есть дивидендные выплаты, которые позволяют защитить денежные средства от инфляции.